Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, закупились мясом. Правильно говорю, нет? Закупились или купили мясо. Мясо, свинину купили. Килограмм 350 рублей. А то вечно забываю озвучить цену. В общем, друзья, мясо купили у своих, у родственников, друзья. Попробовала сало у нее. Они чуть раньше кололи одного, ну, свинью. И вот сегодня второго, вот, и сало я попробовала. Гуль, ну показывай мясо. Приехали, вот мы за мясом. В общем, ну, вот. Это передняя ляжка, да? Это передняя ляжка, да. Это передняя вот. Вообще. Это очень, тоже очень передняя. Посмотри, какие ребрышки, посмотри. А сало-то какое, посмотри. Да, гуль. Короче, мы заднюю купили уже, вынесли. Вот я хочу просто показать. Ребрышки. Вот вообще такое мясо. Сейчас это взвесим, Гуль, и посмотрим, да? В общем, друзья, мясо здесь прям... Блин, тут слоями идет. В общем, друзья, сейчас я буду убирать сало сначала и займусь мясом. Сразу, друзья, скажу вам, потому что спросите, вы что, уже съели, что ли, то мясо? Нет, ну все не съели уж, конечно же, там есть еще. Я же все по пакетикам, где жарим, где туда, где... Ну, готовим уж. Какая разница? Куда что? Уходит мясо. Тем более домашнее. Вкусное, друзья. Вот. Вот так вот. Так что, ой. А кожа-то, друзья, вот. Ой. Вкуснятина. Сейчас откуда бы попробовать. Сейчас я покажу вам кожу. Вкусную. Как она отделяется домашней, когда свинья домашняя. Мясо домашнее, друзья. То вот эта вот кожа, вот видите, я тяну, она отделяется хорошо. Я уж не буду портить. Так, мне нужен соль. Я начну вот с этого. Сейчас многие скажут, что делаешь? Голодные, что ли? Все можно ожидать. Кто меня поймет, тот поймет. Потому что это вкусно. Это вот в кадре я кусочек съем. Вот, взяла соль. Посолю. Это кусочек. Вот. Хочу сказать, что это вкусно, друзья. Вкусно. Девчонки, мальчишки, за кадром, конечно, я обязательно еще буду кушать. Не без этого. Мне звонит мама. Извините. Ой, девчонки. Очень вкусные. Короче, не буду жевать, потому что не все поймут, не всем нравится. Короче, я отделю. Сейчас придется встать. Я что-то каждым разом не знаю, с чего начинать, с какого места. Вот с этой начну. Это убираю сюда. Так, вот смотрите, сколько тут сала. Вот этот кусок я буду солить. Так, друзья, сразу скажу, я еще не доживала. Вот этот вот уберу мясо. Так, это оставляю. Так, друзья, убираю мясо. Thank you.
Смотрите, какое мясо чистое. Я вот этот кусок, друзья, тоже, наверное, оставлю, когда у меня дети приедут, я в духовку. В духовке буду запекать. Тут и мясо нормально, вот и жирок. В общем, это у меня тоже целое пойдет. Целую сложу. Походу, друзья, у меня сегодня такое видео будет. Я вот бегом-бегом сделаю. Честно говоря, я тороплюсь. Так. Вот этот кусок мяса. Так, друзья, не пишите только, что я сидя работаю. Вот где уж мне надо встать, я встану, друзья, встану. Ну, человек не просто так же сидит. Знаешь, что-то не так с человеком, друзья. Не этот. Не обессудьте. Не обсуждайте, чего, как. А то написали тогда, я уже где-то сказала, озвучила вроде, не помню. Там Вениамин еле стоит. Он поливает, но ведь стоит, не лежит. Стоит и поливает. Чего писать таких, на самом деле, глупые там. Как будто вы не постареете. Тоже будете еле стоять или еле ходить. Друзья, это я не ко всем говорю. Вот есть люди, которые вот не понимают, что ли, какую ситуацию. Вот он уже трижды на пенсии стоит, ну, еле стоит или как. Главное же не лежит там на грядках. Слава Богу, как я уже говорила, дай Бог здоровья ему. Ну ладно. В общем, вот такие дела, друзья. Купила я мясо, занимаюсь мясом. Сейчас быстренько по пакетикам, посолю потом. Так. Мясо к мясу. Потом я уже вытащу, перекручу. Сейчас, конечно, размораживать нельзя 10 раз. 10 раз не буду, один раз только. Какая разница? Вы делаете, как вам надо. Потому что, я говорю, я тороплюсь. А показать мне хочется вам. Видите, а то мне написали, ой, отраву купили. Что там отраву купили тоже, девчонки? Ну, это вот зашли, вот так написали, уж может быть. Ну, желаете мне хорошего, чтоб я траву не ела? Что там, сыр, колбасу уж? Ну, ведь все же покупают колбасу. Все едят, что ли, отраву? Ну, ладно. Так. Вот это мне он Вениамин. Вот как я уж тогда говорила, вот. Вот это нам нормально. Вот на два кусочка и на борщ, на суп. Куда угодно, в общем. Что-то я сижу не так. Неправильно вообще уселась. Правильно думайте. Так. Ох, какое мясо. Это будет на сало. Так. Все в кучу у меня, друзья, что-то. Что-то не так. Вот это тоже напополам отрежу, потому что кусок большой. Так. Ох, сколько у меня сала будет снова, друзья. Так.
теперь. Вот. Ой-ой-ой. Друзья, вот эта ляжка. Короче, задняя ляжка 23 килограмма. И ребра. У меня на 12 килограмм 500 грамм. Так. Ой. Девчонки, это же вкуснятина. Это же домашнее мясо. Так. Порубить бы мясо. Ладно, я вот так вот сейчас. На задней ляжке мяса много. Котлет наделаю. Ну, Бог даст. Так, рубим. Так. О, устал, друзья. У нас вчера погода. Ветрище было, у меня там ведра летали. Лейки, представляете? Даже парник поднялся вот так. Прям вот так этот колышился. В общем, это дубаган был. Я думала, снег пойдет, наверное. Но ничего, нормально все там. И всю ночь, главное, дождь. Дождь прошел хороший, прям хороший. До сих пор земля мокрая. Сейчас уже время сколько? Сейчас время 4:30. Там часы у меня. Земля еще мокрая. Хорошо. Поэтому, когда вот на улице дождь, земля мокрая, спокойно можно этот работать. Ну, обычно же тянет на улицу. Дома не... Вот я лично не хочу дома. Хочу на улицу. Ну, земля мокрая. Есть причина дома находиться. Но, как я уже говорю, сегодня тороплюсь. Так, кто-нибудь опять скажет, зачем это нам надо, зачем это показывается. Ну, у меня такой канал, о том о сём. Могу про мясо, могу про грибы, могу про ягоды. Скоро ягоды пойду, там мне девчонки ждут. Любят ягоды собирать со мной, грибочки собирать с нами, с Ларисой. В общем, я думаю, что ягоды будут нынче. И грибочки, наверное, пойдут. Все, друзья, отдохнула. Сейчас. Сейчас. Девчонки, вам всем спасибо большое, что вы меня смотрите. Друзья мои, спасибо огромное. Я вот так, пускай неправильно, так обрежу пока. Так, надо все нормально делать. Вот так. Сейчас это сюда. Так, сюда, друзья. Все нормально, все хорошее. Это все чистое, друзья, все чисто, прям как свое вот этот. Прям и кожу могу есть, потому что, ну, если бы где-то купила бы, я бы кожу не стала бы есть. Опа! Ну, тяжело уж, конечно. А, я еще раз сейчас скажу. Этот. Там же, когда я тоже обделывала мясо, тот раз... Тоже ляжку брала домашнюю. Там тоже комментарий одно было. Это вообще шок. Шок один. Женщина написала. Написала. Это мужская работа. Вот, мясо делать. Этот. Она видит. Она как же написала. Тяжело это, мужская работа. Ну, не так уж тяжело. Не тяжелее чего-то там. Сами понимаете, о чем я. Не так тяжело. Типа, для чего у вас муж? Для мебели, что ли? Все у вас дети делают? Дети делают? Нет. Мой муж должен работать, а дети будут стоять, да? Думаете уж, что это? Вы же не знаете, почему он не режет. У него руки уже вот такие, он не может. Ну, допустим. Не допустим, так она и есть. Если что-то не так, значит, что-то не так. Что пишете так, такие вещи? Как будто сами там не постареете, не заболеете.
Опа! Смотрите, какая я сильная. Короче, друзья, о, даже без топора, видите, могу все. Все могу. Чуть-чуть не так подошла, потому что можете написать, согласна с нами. Но как бы не так уж вот. И с вами хочу разговаривать. И тороплюсь еще. Вот как говорю, как болтаю, так и выпущу. А то обычно я этот там вырежу, там не так сказала, там не так произнесла. Так, вот эту оставлю. Не там. Эту оставлю. Ой, друзья, смотрите. Смотрите, вырезала с этой ляжки. Так. Ой, Федя бы мне, Федя, ой. Федя вообще у нас мастер. Мастер он. Так, вот это я все вот так повырезаю. Вот это я сейчас все по пакетам. Это который я буду перекручивать потом. Где котлета? Где летом пельмени уж я, наверное, не буду. Котлета, голубцы. Ой, какие голубцы? Нет, котлета. А, точно, голубцы можно. Такие ленивые. Ох, в общем, вот так. Шашлык можно тоже сделать. Тогда я замариновала, утром замариновала, вечером мы уже сделали шашлык. Сейчас кто-то этот будет смотреть, скажет, ну, говорите. Ну, специально говорю же, специально. А что вот тут показывать-то, если не говорить? Ой, друзья. Ой-ой-ой-ой. Я так рада. Такое мясо прям отличное. Я вот режу тут. Это все буду сейчас по пакетам. Все по пакетам. Так. Где надо, я тоже помою. Потому что пишут, помыть надо. Но каждую мелочь же там тоже я уж не показываю. Потом не загружается. Длинное видео не загружается, друзья. В общем, вот так. О, хорошо, что у меня чеснок есть. Я купила чеснок яровой, посадила. Вот он у меня есть. Все. Это я буду солить. Только ровно сделаю, красиво. Вот. А вот эти вот, вот такие кусочки некрасивые, тоже можно посолить, почему нет. Вот. Они пойдут у меня на фарш. А это такой, видите, красивый кусочек. Отлично. Отличная работа. Хорошо поработали они. Эти, кто колол. Горько меня посмотрит, вот передаст. Пятерку им от меня. И Галя. Галя. Так. Ой, вообще. Столько мяса, друзья. Так, заплатила я, знаешь, сколько? 12 425 рублей. Пенсию свою отдала еще. Ну, пенсии чуть-чуть больше. Так что, вот такие дела, друзья. Мясо. Так, друзья, сейчас я вот это все сложу по пакетам, потому что все равно уже много говорю весь, да? Так.
у меня все ровно тут получается. Хоть я и сидя, где надо, я встану. Вот что мне не нравится, я убираю. Все хорошее, все чистое. Это где на фарш? Это я посолю. Вот такие тонкие места я посолю. Тот раз я тоже солила. Там тот мне написал, невкусно. Я там посолила просто солью только. Я же не до конца сделала. Это очень вкусно. Когда мы продаем даже сало, Ларискино, мамино, ну так же делаем. У нас не хватает, разлетается, еще просит. Вот покушает, знает уже, вот на другой год просит. А вот сало одна тоже от кормов зависит. Мягкое там, отрывается хорошо. Это все от кормов зависит. Кормим только этим хлебом. Вот так, друзья, короче. Все, я встаю. Вот чего нету у меня, того нету. У меня пакеты кончились. Покрепче. Придется вот в эти тонкие. Так, вот сюда я поставлю пока. Сюда прям. Девчонки, я прям уж так. Я не стесняюсь. Это же нам есть. Просто, чтобы вы не писали. Мне опять напишут. Вечно правда ведь. Ну, вот такая я. Так, девчонки, вот этот кусок жир сюда. Правильно? Правильно. Вот так. Я уж вот так буду делать. Пока так. Где-то я срежу. Потому что видео будет длинное. Ой, ой-ой-ой. Ох. Блин. Сейчас времени нету. Если что, уж зимой. Я хочу это тоже сама попробую колбасу сделать. Как этот Наталья Устянцева. Наташ, привет тебе, дорогая. И Валентина Казанцева. Буду учиться. Я ни разу не делала. Мы делаем колбасу вот в кишке. Вот этот. Набиваем. С рисом вот мы это там печень, легкие, вот это все. С рисом, с луком, перчим, солим, вообще обидение. Хочу настоящую колбасу сделать. Так. Я писать не буду, некогда. Чистое мясо видно тут. Прям вот так видно, друзья. Опа! Все, друзья, пока я это уношу сюда, на балкон, в камеру, друзья, вот, унесу, вот так, и приду сейчас. Так, друзья, отнесла. Сейчас я, может, сама попробую тут. Что делать, правда? Все сможем. Опа! Все сумеем. Все сможем. Так. Смотрите. Да, молодец, Елена Дмитриевна. Похвалю себя. Так, и вот тут, видите, сустав. Сейчас мы и это разрубим. Ой, сколько там у меня? 30 минут уже, друзья. Я буду срезать все. Это я за 30 минут сколько килограммов уже
Правда, бегом-бегом. Смотрите. Так, сюда, сюда, это сюда, все. Это я пойду сейчас, друзья, порубим мы. Вениамин вот так тюхнет сюда два раза, потому что, ну, это в кастрюлю. Этот, и как раз там кость, вот это все сварится, вот этот вот внутри-то, как она называется, мозги, костные мозги. Может, это я смогу еще? Точно смогу. О! Друзья, пойду я. Тут тоже много мяса. Сама говорю, этот, это в духовке хочется мне. Приедут дети, это мы сделаем в духовке. А вообще бы закоптить вот этот кусок и несколько этих кусочков закоптить надо. У нас недалеко отсюда, вот куда Вениамин ездит за лекарством, там у нас этот коптильня есть, коптят. Так, все, друзья, это я по пакетам. Все, я пока отключаюсь. Все, друзья, в общем, потому что видео длинное уже. Ничего не буду обрезать. Как есть, так и есть. Сейчас вот эти косточки этот обрежем. Уже 10-й раз, наверное, говорю. Все, сложу пакеты и уберу. А это буду солить. Все, друзья, ставьте мне лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, друзья.